Foster Sync преобразует приемную заботу с помощью передовых андроидов, разработанных для ухода за сиротами, под управлением нашего собственного движка синтетической эмпатии. Андроиды Foster Sync оснащены биосенсорами, прогностической аналитикой и самообучающимися алгоритмами, позволяющими им устанавливать глубокие эмоциональные связи с детьми. Их гидравлическая система предоставляет им жидкое, человекоподобное движение для оказания практической помощи. Их нанотехнологическая кожа и терморегуляторы позволяют им имитировать ощущение настоящего родительского образа. И их квантовый нейронный ИИ позволяет им настраивать уход и привязанность в соответствии с потребностями каждого ребенка. Foster Sync стремится к кардинальной реформации перегруженной системы. Во-первых, мы нацелены на бедные районы, где усыновление является повсеместным. Исследования уже показывают, что дети, которые взаимодействуют с нашими андроидами на базе SEC, демонстрируют улучшение психического здоровья, успеваемости в учебе, а также снижение уровня тревоги и депрессии. Каждому ребенку нужна любовь. Искусственный интеллект Foster Syncs обеспечивает получение этого тем, кто в системе. Узнайте больше о том, как наша технология синтетического взаимодействия преобразует систему приемных семей на сайте fostersync.com. И спросите нашего консьержа о нашем новом пакете синтетических друзей питомцев. Пока. And